Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о лике Иисуса Христа и Богородице на скале. В России в горах Кавказа в 1999 году на скале обнаружили нерукотворный лик Иисуса Христа. Образ находится на высоте около 100 метров, его размеры 180 на 40 сантиметров. Образ написан тремя основными цветами: белым, коричневым и темно-красным. Он обращен к древним храмам Архиза. Ученые, исследовавшие образ, обратили внимание на схожесть образа с двумя другими известными святынями. Ликом Иисуса Христа на Туринской плащанице и образом Христос Пантократор из Синайского монастыря в Египте. Точная дата и обстоятельства создания образа неизвестны. Ученые из Нижнего Архизского музея-заповедника в мае 1999 года решили исследовать хребет Мецешта, поскольку местные жители рассказали, что видели там нерукотворный лик Иисуса Христа. Когда образ обнаружили, специалисты принялись изучать его и прилегающие участки скалы. Недалеко нашли несколько языческих захоронений, относящихся к VII и X векам. В скале чуть ниже образа нашли христианскую гробницу. Подробно изучить ее не смогли из-за возможного обрушения. Но ученые предположили, что здесь захоронен иконописец. Есть мнение, что лик Иисуса Христа на скале в Архизе написал художник из Византии. Рядом с этими местами проходил Великий Шелковый путь. Образ на скале называют нерукотворным, поскольку верующие склоняются к версии чудесного появления этой святыни. Однако ученые предполагают, что образ мог быть написан во время строительства храмов и создания Аланской епархии в X-XII веках. Есть также и версия более позднего появления лика Иисуса Христа. От храма нерукотворного образа Господа Иисуса Христа к образу на скале ведет лестница в 526 ступеней. В некоторых местах лестницы сделаны лавочки, чтобы можно было присесть и отдохнуть. С высоты видны окрестности и один из древних храмов Архиза. Ведет лестница к смотровой площадке, где удобнее всего рассматривать лик Иисуса Христа. Находится образ высоко, и поэтому тщательно рассмотреть его не получится. Сам лик Иисуса Христа всегда смотрит в направлении древних храмов Архиза. В России в Краснодарском крае на древнем городище в 2018 году обнаружили высеченный на скале лик Богородицы. Место, в котором расположен лик, находится в 60 километрах от Архиза, где почти 20 лет назад на скале обнаружен образ Иисуса Христа. Ученые не знают, как образ возник в труднодоступном месте. Размер изображения небольшой, примерно 30 на 30 сантиметров. Мнения по поводу появления лика Богородицы противоречивые. Одни местные жители считают, что он рукотворный и сделан недавно. Другие вспоминают легенду, согласно которой казаки видели его в этих местах в начале прошлого века. Место, где был обнаружен лик Богородицы, труднодоступно. Горная река, лес, обычному человеку очень легко здесь заблудиться. Рядом с этим местом находится археологический комплекс городища Ильич. В 60-х годах прошлого века здесь были открыты фундаменты храмовых построек. Все постройки имеют крупные размеры и выдержаны в строительных традициях, не характерных для местных племен. Облик ранних храмов традиционен для сиро-византийской и грузинской монументальной архитектуры. Вот такое чудо! На этом на сегодня все. В следующий раз я расскажу вам про улыбку покойника. Оставляйте свои комментарии, что вы думаете об этом чуде. А также присылайте истории о чудесах Божьих, о которых вы знаете. Если вам не понравился рассказ, или вы не верите в Бога, а думаете, что люди произошли от обезьян, то ставьте дизлайк. А если вы человек верующий, и вам понравился рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также поделитесь этим видео с друзьями.
Это очень поможет продвижению канала. Верьте в Бога и уповайте на Него, и Бог вас никогда не оставит. Всем пока!